зовут Чернову Екатерина, я представляю компанию «Народные соки» торгового марка «Соконажималка». Наша компания выставляется на выставке «Вот». Мы принимаем в ней участие первый раз. Для нас это возможность найти новых партнеров, дистрибьюторов по России и по Москве. Мы хотим представить свою новую продукцию. Это необычный сок в раздельной упаковке. Двойная упаковка пластиковая. Значит, две камеры. Камеры разделены мембраной из фольги. В крышку встроен пластиковый ножик. При нажатии на крышку мембрана прорывается и смешивается концентрат вместе с водой. То есть таким образом мы в руках устанавливаем сок. По сути, происходит то же самое, что делается на производстве. Отличие нашей продукции в том, что помимо визуально необычного смешивания, когда смешивается концентрат с водой у вас таким автономным миксером в руке, достоинство, что не нужно добавлять никаких консервантов, ни сахара, и он не пастеризован. То есть, по сути, концентрат, который находится здесь, он не пастеризован. Таким образом, здесь все витамины, все полезные вещества, они сохранены. Что, конечно, безусловно, очень полезно в наше время, когда экология не очень, и полезных веществ каких-то нам не достает. Другом поглотило все химию. Срок годности какой получился? Срок годности соков 9 месяцев. Срок годности наших функциональных напитков с сухим наполнителем 12 месяцев. В линейке у нас представлены соки 4 видов. В основе лежит яблоко. То есть яблоко, яблоко вишня, яблоко рябина, яблоко бузина. Также 4 функциональных напитка. Это кофе в дорогу. Альтернатива энергетику. Здесь у нас сублимированный кофе, сахар и перец. То есть когда вы едете, начинаете засыпать, как раз такой напиток, он вас взбодрит и одарит таким приятным острым перечным послевкусием. Казак Бадуль – это натуральный детокс. Антипохмелин. Здесь находится сухой порошок томата, перец чили, куркума и пряности. В порошке томат содержится ликопен, который выводит токсины из организма, а также это карбоновые кислоты, которые содержатся у нас в куркуме. То есть, по сути, когда у нас приходит алкогольная интоксикация, токсины утром можно вывести именно с помощью нашего напитка. Это у нас два спортивных напитка. Яблочный сок с добавлением L-карнитина. А для девушек и для мужчин. Разница в дозировке. То есть для девушек 1 грамм L-карнитина, для юноши 2 грамма L-карнитина. То есть спортсмены прекрасно знают, что такое L-карнитин. Это добавка, аминокислота, которая сжигает жир, освобождает энергию. По сути, перед занятием спортом вы выпиваете бутылочку такого напитка, у вас освобождается энергия, вы чувствуете себя менее уставшим и способны дальше заниматься спортом. Вот такая вот новинка. Рада вам ее предложить. Такая упаковка, она сохраняет вкус и аромат. В общем, натуральный продукт в такой недостойной упаковке. Пожалуйста, будем рады сотрудничеству. Спасибо.